Стальной хват России, еще раз привет. Теперь хочу как бы завершить процесс калибровки тора. Значит, вот он тор. И показать вам то, о чем я очень давно мечтал. То есть померить его на максимальном усилии, которое, в каком состоянии он приехал от американцев. То есть сейчас у нас мы померили, получили 199 кг РГЦ или 344 как бы на мнимой середине. Но середина отсчитывается не на ручке, а середина отсчитывается от центра середины пружины. То есть она фактически все-таки сдвигается. Но это ладно, это немножко позже рассказы. А теперь, человек, который сейчас меня снимает, вот он технически руководитель этого проекта, который сделал этот калибратор. Вот он подсказал, как можно сделать так, чтобы мы не разбирали этот эспандер. Значит, что было сделано? Смотрите, что было сделано. Значит, было подсказано, что на тот момент, на который мы ручки поднимем до конца, надо просто по РГЦ будет на этот же момент сдвинуть выше. Вот теперь смотрим. Значит, было выставлено 2 сантиметра. Вот они, 2 сантиметра подъема. Вот они. И эти же 2 сантиметра взяты из конца. То есть, когда я сейчас поставлю сюда, вы увидите, я зажму, это будет фактически, если бы я ручки эти расклеил и поднял бы наверх. Будем проводить калибровку. Берем доглеговую сторону, там, где, откуда пружина начинала навиваться, вот она, острый край, а это полукруглый. Вставляем в аппарат. Теперь мы одеваем ручку, и ручку выставляем как раз вот сейчас, не ручку, а вот именно вот этот у меня часть, которая вот давящая по РГЦ, вот ровно ее на 2 сантиметра. Включаем калибратор, показываем, вот они нули, пошла натяжка. Вот она пошла натяжка. Смотрим и табло, и смотрим, как ручки закрываются. Захватываем и то, и другое. Вот сейчас мы узнаем, насколько был тор американцами придуман. Калибровку они никогда не показывали, да и никто в мире ее. Вы первые эксклюзивно увидите эту калибровку. Смотрим, здесь смотрим, четко, ну то, что там даже если и не дошел, там это микрон, 238,2, раскрываем, 238,2. Наш тор вот таким бы был усилием, но не был, он есть, таким усилием на том положении, когда ручки максимально наверх подняты. 238,2. Еще раз кладу его на линейку, пока вы его посмотрите на линейке расстояние. Все те же 86. Я вам скажу, сколько это будет. По Кэнону 238,2, 412 килограмм. Максимальное усилие этого эспандера при поднятых наверх ручках 412 килограмм. Вот такой тор американцами был сделан. Ну, в принципе, сейчас они уже их не выпускают. Все, занимаемся спортом, пока.